нас только что прошел тот самый фестиваль «Спорт за миром», «Спорт бесстрашных». Вот, и прошел, серьезный резонанс получил, и в числе номинантов на премии тех людей, которых мы, не только мы, но и все сообщество российское решили наградить, вы один из первых номинантов. Спасибо за доверие. Поэтому это даже не приз, это знак внимания, признательности и благодарности всего российского народа, многонационального нашего государства, за ту работу, которую вы проделали, делайте, еще придется делать. Спасибо большое. Спасибо большое. Это для меня действительно очень ценное признание. Спорт не просто высоких, но рискованных достижений, это всегда вызывает колоссальное уважение. На всех уровнях нашей власти мы наблюдаем, как сочетаются политические качества политиков, государственных деятелей с их любовью к спорту. И то, что вы пропагандируете свои такие на грани экстремальных виды, нам приятно. Если мы вызываем у ваших коллег ассоциации с какими-то очень смелыми поступками, которые дают результат, мне это очень ясно.